Не надо на меня так зыркать, понял меня? Я тебя один раз испугался, второй... Всем добра, дорогие друзья, с вами Винди. Я опоздал, да, но... FNAF Plus. Five Nights at Freddy's Plus, она вышла наконец-то. Я не знаю, я сейчас провалился просто, постоянно переезжаю туда-сюда, не успеваю вообще ничего, но... Вроде, более или менее, я это каждый ролик, блин, говорю. Ладно, короче, FNAF Mario Plus! Давай поиграем, давай посмотрим. Я очень надеюсь, что она будет такая хорошая. Я тебе, кстати, покажу, возможно, скриншот, как я сейчас снимаю, ты охренеешь. Вот, если что, в телеге. А, в телеге я его скину стопудово. Ладно, давай. Ехать, как аниматроники, Боняш, как ты, собака, круто выглядишь. Не, Федор, ты, конечно, отстойник, но Боняш классный. Очень Куся, конечно, но ты никому не нужен. И это игрушка. Ну и, конечно, вентилятор! Он у нас всегда рядом. Блин, как я рад. Ох. Локальная пиццерия, нужен детектив, который должен разобраться с убийствами, которые произошли 2 недели назад. Владельцы пиццерии, да и ладно, нахер тогда, неважно вообще, читать никому не нужно. Кто читает сейчас в наше время? Читать вообще отстой. Если честно, то читаешь, если то кринж. Ебать. Серьезно? Я, конечно, хотел, чтобы они сделали игру измененной. Но я счастлив, что они действительно это сделали. Я думал, меня никто не услышит. Что это за аниматроники там на фоне? А, это первая игра, это, скотины. Гром, гроза, кайф. Я могу ходить? Как ходить? Как ходить? У меня ног нет! Не, реально, а как ходить? А как? Сука, ноги не работают. В чем смысл моей жизни? У меня ее нет. Ни смысла, ни жизни. Я просто стою здесь посреди комнаты и чувствую себя каким-то отстойником. Никому не интересно. Ладно, давай послушаем музыку. Я думаю, я что-то делаю неправильно. Слишком сложно. FNAF 31 умею только кнопочку нажимать для закрытия двери и все, блядь. Ничего больше не умею, как ходить. Так, ладно, тогда... Оп, там что-то было. Давай я просто посмотрю, может быть, здесь я смогу... Должен все же найти по звукам? Вот, вот, поехали! Я нашел аномалию. Так, я понял, я должен кружиться, пока не найду все аномалии, которые здесь происходят. Чувствую я себя реально каким-то странным чуваком, но... Я не странный чувак, я искатель этих привидений. Так, отлично. Все, я понял, как это работает. То есть пока смотрим, пока глючит. Клево. Блин, как круто! Мне очень нравится, что они добавили здесь новое. Я боялся, что это просто будет FNAF. Я боялся, что это будет обычный FNAF, где ничего не происходит, кроме самого FNAF-а. Но здесь происходит какая-то ебака. И я боюсь, что на меня сейчас просто кто-то наскочит, у меня аж мурашки, ё-моё. То есть мы с тобой стоим посреди комнаты и крутимся. В любой момент на меня вот оттуда может выскочить какая-нибудь куча. Сержант Куча или кто-нибудь еще. И убить меня просто. Блин, как мне это нравится, реально. Мне показал? На них черепа. На этих шариках черепа. Так, давай. Еще раз. Все сделал. Красава. Постоял, музыку послушал. Вот они. Искатели приключений и привидений. Я в офис приду. Открыл дверь. И... Еба. Да-да-да, алло. Я поднимаю трубку, не могу. Hello. Добро пожаловать в пиццерию Фредди. Я знаю, это будет нелегкой работой. Пароль? Говорит, какой смысл от твоего нахождения здесь? Один из наших охранников, который здесь работал, умер. Его тело нашли в костюме. Мне даже новую сюжетку сделали. У меня есть идея, кто с этим всем начал. У меня пару лет назад была другая пиццерия с другими аниматрониками.
Похоже, дети умерли в аниматрониках и нашли их трупы. Эти аниматроники здесь стоят. Я тебе сейчас все расскажу. Basically, your work here is to follow the animatronics, find out who initiated the murders, and for what reason. As I understand it, you are abroad this, because looking for all sorts of mystical bastards is your job. Я тебе сейчас все расскажу, родной. We'll hear from you next time. Короче говоря, он говорит, тут дети бегали в пиццерии, радовались дети жизни, а потом вдруг взяли и умерли. Ну, дети так делают, в принципе, во ФНАФе всегда. Вот, и говорит, аниматроники, из-за которых погибли дети давным-давно, были убраны, переработаны, и вот они, эти аниматроники. Кто-то начал расследование и попытался закрыть пиццерию. Собственно, тебе нужно найти... Кто это сделал, потому что ты, сука, детектив. И тебе нужно разобраться совсем здесь. И что мне очень-очень-очень нравится, это кола. Обожаю колу. Мне очень нравится, что здесь переработали много всяких штук. Я крайне боялся, что в результате игра превратится просто во FNAF 1. А она не превратилась во FNAF 1, она превратилась во что-то уникальное, смотри. Блин, я буду некоторое время еще просто пердеть об этом, верещать и радоваться. Потому что я просто верещу и радуюсь, мне очень кайфово. Ё-моё, блин, как это круто. Ну здорово, Боняш! Здравствуй, Чика, здравствуй, Боня, здорово, Федор. Рад вас всех здесь видеть. Шо, опять детей жрем, да? Опять детей. Вы можете когда-нибудь в рот свой не запихивать ничего? Ты чего ведешь себя, как какая-то прожорливая дрянь? Постоянно запихиваешь в себя все, что видишь вокруг. Реально, это некрасиво, это не этично. Берут, видят ребенка, запихивают в себя ребенка. Видят еду, запихивают в себя еду. Что ты еще увидишь, что ты еще в себя запихнешь завтра? Никто не знает. Но детям явно здесь стоять не стоит, потому что, я не знаю. Если ты когда-нибудь в жизни своей увидишь аниматроников, ну вот в реальности, да, увидишь аниматроников, беги, блядь, беги оттуда, особенно если ты ребенок. Это реально у этих хреней нездоровая тенденция к тому, чтобы пожирать всех детей. Если ты ребенок, ну все... Куда? Ты не забыл, что сейчас первый час... Первая ночь? А почему вторая ночь? Когда вторая ночь? Блядь, я проспал ночь! Так и знал, что не надо было синячить вчера. Ёб твой... Ясно. Ну я просто так радовался тому, что у меня работа наконец-то появилась. Что наконец-то моя мама была не права. Она мне всегда говорила, что Андрюха, ты, ёб твою, бесполезный. Я говорю, ну мам, ну прекрати, пожалуйста. А она мне говорит, иди найди работу, собака. Чё отец за тебя работает? Ну я пошел, нашел. И так обрадовался, что спился и всю ночь просрал. Так, подожди, они все сразу свалили. Ой-ой-ой, мне нравится. Бля! В смысле? Здорово, Фокси. А с какой поры ты бегать научился, родной? С какой поры ты бегать научился? Сука, жопа ты плюшевая. Так, спокойно. Спокойно. Не надо на меня так зыркать, понял меня? Я тебя один раз испугался, второй... Ладно. Они мне камеру ломают или что? Бляха, как это круто. Как это круто. Кто? Кто разлил томатный сок или убил опять ребенка? Что ж такое? Добрый вечер. Не смеяться! Это зона без смеха. Помните, где мы живем. Смеяться в России вообще опасно в целом. Я к тебе сейчас приду, сука, в опат, я тебя захреначу. Ты что? Думаешь, на Андрюху залупаться? Я тебя уничтожу, понял меня? Шавка. Я могу на них выпендриваться, пока они далеко, но как только они будут рядом, я буду орать. Орать как сука. Это моя работа, буквально. Где все? Я тебя сейчас уничтожу! Тихо. 5 часов. 5 часов! 5 часов! Иди ты нахер! 5 часов, 5 часов, 5 часов, 5 часов. Я в безопасности. Да ты куда-нибудь, когда-нибудь пойдешь, нет? По-моему, ко мне кто-то сзади подошел. Нет, никто не подошел. Бляха, как это круто! Как это круто! Жесть, я ж прослезился.
Сука, я аж прослезился. Блин, как это круто. Как это, бляха, круто. Прикинь, это та игра, с которой мы с тобой, со многими из вас встретились вообще. У меня на канале было 3 игры, наверное, да? 4 игры, с которых мы встретились вот почти со всеми моими зрителями. Это FNAF, это Rainbow, это Detroit. И это Майнкрафт, собственно. Напиши в комментариях, если ты с какой-то другой пришел. Есть еще парочка игр, которые в моем сердечке занимают особое место. Вот, но для большого количества зрителей. Многие, как бы, со FNAF'а, с теорией. Вот, и мне так радует, что игра продолжает жить. И я, бляха, так рад, так счастлив тому, как она продолжает жить. Потому что вот эта вот хрень, это реально офигенно. Это реально очень круто. Я понимаю, конечно, ты можешь сидеть такой, типа, Андрюха, ты шо вот это вот переигрываешь? Ты шо вот это вот ведешь себя, как какой-то истеричка радостная? Во-первых, я могу радоваться сколько хочу, иди-ка ты нахер. А во-вторых, это реально круто. Для меня, по крайней мере, это реально офигенно. Кстати, напиши в комментариях, если ты пришел с какой-нибудь другой игры, кроме FNAF, Майнкрафта, Rainbow и Detroit. Вообще напиши, с чего ты пришел. Это интересно. Я часто это читаю, часто с этим разбираюсь. Я думаю... Отсюда вылезет какой-нибудь бомж Степаныч, сука. Ну или какой-нибудь другой аниматроник и нападет на меня. Я очень буду рад. И я буду крайне расстроен, если из этой кучи не вылезет никто. Так. Первый пошел. А нет, не пошел. Так, ты. Пушистая, зубастая, волосатая, носатая хрень. Давай ты будешь сидеть на месте и никуда не выпендриваться. Понял меня? Видишь, у тебя 2 больших зуба. Я начал ходить на бокс, кстати. Я реально тебе их сломаю. Или буду плакать. Одно из двух, это мой второй прием. Что это за пароль? Возможно, мы потом... Там будет спрингтрап. Там будет, ёп его, спрингтрап. Это секретная комната. Это секретная комната, родной. Возле туалета, сверху, секретная комната, которая не отображается на камерах. Так, стоп. У нас с тобой есть проблема номер один. Нумера уно, как говорят у нас в Испании. Блин, какой маленький милый медведь. Блин, как тут много игр, игрушек, сейчас мы это посмотрим. Сначала мне нужно понять, что мне делать с Федором. Вот к тебе, когда приходит Федор в дом, что ты с ним будешь делать? Как прогнать Федора из твоего дома? Я не знаю, чекушкой ему по голове ударить обычно. Это как бы работает у нас в подъезде, но вряд ли здесь это сработает, хотя потому что чекушки у меня нет. У меня есть бутылка колы, но я боюсь, она его только порадует. Смотри, я думаю, что... Он вообще просто, если я правильно помню, то нужно смотреть на комнате в камере здесь. Я не знаю, ты видишь мышку или нет. Короче, ниже 1Б. Обычно есть комната, где можно посмотреть. И там Федор. Если там Федор, и он делает хо-хо-хо-хо-хо, то надо закрывать дверь. Но его там не было. Ты чего стоишь, памятник самому себе? Иди-ка ты отсюда, обрыгай его. Вот, но я думаю, надо считать его хэхышки. Когда он после третьего его надо закрывать дверь, если я правильно помню. А как он сейчас побежит отсюда? Как мне нравится. Реально они смогли переработать аниматроников так, что снова на них смотреть страшно. Так, что ты снова пугаешься того, как они выглядят. Так, что ты снова, как в старые добрые, трясешься из-за того, что к тебе приближается Хиробора. Я надеюсь, они переработали им системы работы, чтобы снова можно было не понимать, как они работают. Смотри-ка, он вблизи, когда он убегает быстро, но когда он вдали, он убегает медленно. То есть вот отсюда он на тебя прям бу-бу-бу делает, а когда он вдали, он не делает бу-бу-бу. Safety first. Кстати говоря, иконки из security breach'а. Так, смотри, что я тебе хотел сказать. Давай посмотрим здесь фигурки. Кока-кола, вентилятор. Кто знает, что такое вентилятор, тот знает. Это самый главный убийца в этой игре. Главнее его никого нет. Носик. По носику пунь работает всегда. Чекуся отдельная. Не знаю почему, чем она заслужила того, что ей отдельную картинку сделали. Так, надо посматривать вот на этого интроверта. Потому что вот этот чижик, у него реально проблемы с вниманием к нему. То есть его, видимо, мама не любила, потому что если ты на него не смотришь, он начинает истерить. Ему не хватает любви, поэтому тебе нужно давать ему любовь. Давай любой Фокси. Давай любой Фокси, сука, иначе он тебя убьет. Это буквально как работает игра с ним. Если ты вдруг забыл, как работают правила. Вот это вот... Шныга.
Она на тебя просто нападает, она приближается. Давай пока не будем. Давай пока не будем, окей? 5 часов утра, кстати! А эта паскуда даже не двинулась, прикинь? Не надо! Не надо! Где Чика? Ю, твою ж медь. Какая же ты охрененная, слушай. Слышишь хихик? Где? Пошел вон! Пошел вон! Все дружно нахуй! От меня! Все, 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 нет. Лучший ФНАФ 31 всегда знает, когда пора сказать все. И все пора сказать сейчас. Потому что у меня осталось 10% энергии, у меня остался 1 час жизни, аниматроники рядом со мной. И я побеждаю. Кстати, да, реально, когда 3 раза хихик, тогда Федор на тебя нападает. Ой, какая крутая анимация часов. Блин, как это офигенно, как это. Окей. И дальше вторая ночь. Ладно, родной. Пока что мы на этом с тобой закончим. Вернемся к этой игре обязательно. Это офигенно, и мы ее пройдем до конца. Я счастлив. Я надеюсь, ты тоже. Давай, родной, напиши в комментариях, что ты думаешь. Как тебе вообще? Пока что на этом все. Подписывайся на канал, оставляй свои комментарии. И да, пока. До скорого. Удачи.